Всем привет, с вами Маханева Наталья, канал «Все сразу». Сегодня 10 мая, и наш пророченный в яичных лотках лук, мелкий, никому не нужный, который хочется выкинуть, уже, смотрите, как хорошо вырос. Этот лук, конечно, не на головку, это лук-шалот на зелень. Сегодня он отправится в грядочку. У меня есть грядка, там петрушка растет, и между рядом можно посадить еще и лучок. Не знаю, будет ли видно. Здесь получается два слоя. Крышка лотка и сам лоток. Буквально по чайной ложке земли. И сверху плотно-плотно, вот насколько позволяла возможность, уложены лучинки. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какие корешочки. Ну и сами видите, если такая зелень, то, соответственно, луку чуть-чуть, главное не оторвать. Главное теперь аккуратненько подоставать. Я просто переверну и всю, вместе с земляным комом на улице уже подостаю. Ну, в общем, вот даже у самого маленького такие хорошие корешочки. Просто на улице сегодня ветер, поэтому показываю больше дома. Но я все-таки достала лук. Смотрите, какая корневая система у него. Ну, некоторые пообрывались корешки, но это не страшно. Для лука это абсолютно не страшно. Если лук на головку, его обрезают и верхушки, и корешочки немножко надрезают, чтобы ровненько был. Так что все, пойдем мы сажать лук на зелень. Будем со свежей зеленью. А то с этим сломанным парником у нас лук, который в апреле обычно бывает, только начинает просыпаться. Сантиметров 5, еще 6, может.